Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Имба Шоу, и сегодня мы с вами заглянем на сайт, который называется Тести Дроп, и затестим его дроп. Ха, как я придумал. Сегодня я буду вместе с моим другом Гошей, поздоровайся. Всем привет! Гоша у нас уже свой чувак, все его знают. Вот, друзья, сайт, ну, чё тут? Клёвый сайт, мне вот я зашел и сразу говорю, клёвый сайт, потому что мне нравится этот интерфейс, и мне нравится, просто тут пишут, зайди и выиграй Аркану. Значит, мы что сейчас сделаем? Зайдем и выиграем Аркану, поучаствуем с вами в розыгрыше этого сайта, вот он тут слева находится. Приняли участие в конкурсе и погнали открывать крутые кейсы. Когда вы смотрите подобные видео, подобного содержания, то всегда идет по одной схеме. Открывается какие-то, смотрим, там, тут видите, тут по 99 рублей, там по 0 рублей есть. И так, и так, так, так. Вот, и вот, знаете, как по возрастанию. Я же знаю, что моим подписчикам нужно сразу кровь, сразу мясо, сразу жесть. И поэтому мы не будем тянуть кота за его бубенчики. Боже мой, бедный кот, вечно всех так и норовит его за что-то потянуть. И пойдем сразу открывать эксклюзивный кейс за 999 рублей. Посмотрим же, что в нем может выпадать. Ага, так, кучу Арканды, Кахук, Накунку, Напуджа. Ну, все круто, все дорого, все да не все, но дорогие шмотки есть. Давайте посмотрим. Друзья, скрестим пальцы. Гоша, скрестил на ногах, на руках, там волосы можешь переплести чуть-чуть в косичку. Могу в узелок кое-что завязать. Да, да, я хочу, ну, ДК, ДК, ДК. Нет, не ДК. Продать за 456 рублей. Ну, друзья, смотрите, вот что называется. Все пишут, подкрутка, фу, мухрю. Пожалуйста, без подкрутки. Все четенько. Продать за 456 рублей. Продаем. А также хочу вам сказать, что посмотрите обязательно это видео до конца, потому что в конце я объявлю, как принять участие в розыгрыше. Но хочу вам сделать подсказочку, чтобы розыгрыш состоялся, нужно набрать на этом видео жалких 1500 лайков. По сравнению с предыдущим видосом, активностью, вы там вообще моментально, чуть ли не за 2 часа, так что я думаю, вам это труда не составит. А мы с вами пойдем все-таки глянем остальные кейсы, чтобы вы понимали, о чем вообще идет речь. Будем надеяться, что нам выпадет за 99 рублей вещь какая-нибудь, ну там за штукарь, может что-то такое, да? А, такс. Что-то тут очень много вот этих вот курьеров. Что-то мне подсказывает, что они стоят 103 рубля. Пожалуйста, 4 рубля в плюс. Крутим еще. И нам выпадет Иммортал Каназевса. Не выпадет нам Иммортал Каназевса. 45 рублей. А что это такое вообще? На кого это? Блин, почему? Здесь. Почему? А это не это, не Сурикен? Ну, это... А, да, на этого, на Сайленсера Сурикен. Вот почему нельзя сделать вот они... Ну, давай. О, Аркана. 228 рублей. Ого. И Аркана не нужна. Да, нафиг нам Арканы. Крутим за 99, получаем за 228, да, было? 258. 228, так, все, нельзя такие вещи говорить в прямом эфире. А, и снова за 22 рубля. Друзья, как думаете, выпадет нам сегодня Аркана? Вот давайте с вами, вот прям, не знаю, вот смотрим, пытаемся выиграть Immortal Quest. Yes! А че она такая дешевая? Так хотел я. Ну я раз ее хотел, пожалуйста, друзья, сегодня мы выигрываем имморталку на Зевса, мы ее забираем и уже разыгрываем среди вас. Хочу напомнить, всего лишь 1500 лайков, и тогда я запускаю конкурс на данные предметы. Розыгрыш, да. Идем в следующий кейс, Silver кейс. Тут у нас уже поинтереснее шмотки, тут уже аркан больше. Ну, знаешь, я вот эту фигню хочу. Какую? Вот эту масочку. На Траксу? На Траксу, да. А почему бы нет, она клевая. Да, ну она вообще не смотрится ни с чем. Да ладно, там Тракса такая. Она вся такая темная, и Тракса такая с этой маской какая-то, на корове сидит. Слушай, а тут меч на кунку может выпасть. Shadow Blade. Угу. Что-то мне подсказывает, его можно выиграть. Да. Мне тоже. Ну, нет, только не таунт. Зачем нам нужны эти таунты, Гоша? Скажи мне, пожалуйста. Не знаю. Давай. Что-нибудь красивое. Вот Battle Fury. А сколько вот эта штука стоит?
115 рублей. Ну, такое, плюс-минус, потихонечку идем, зато все реально, друзья. Реальный обзор на реальный сайт, ну, без накруток, подкруток. Ну, конечно, всегда найдутся люди, которые будут писать. А что, часто пишут? Ну, я замечал, да. Ну, по крайней мере, может, не мне, мои подписчики, а более хорошие люди, да. Так, поехали. Крутим Golden Case за 279 рублей. Я думаю, мы его разочек крутунем, чтобы посмотреть еще другие. Волосы на Инвокера. Размечталось. Ну, я знаю, что они дорогие. Они долларов 10 вроде стоят. Слушай, ну за 260, за 270 крутанули, 270 почти упало. Так что мы можем еще раз крутануть, друзья. И поэтому мы должны с вами выиграть Аркана. Башер, он, кстати, дорогой. 522 рубля, но он один неинтересно, нам нужно сразу два. Два стоят порядком дороже. Продаем. Так, ну что, давай, последний раз. Нам выпадает Аркана, и мы идем в другой кейс. Я уже по привычке помогаю, да? Вот, например, вот сколько. Аркана. Да. Ну, не Аркана. Ладно, уходим отсюда. Давай посмотрим. О, есть Аркана сет. Может, вот тут выпадет Аркана нам? Смотри, тут есть все Арканы. О, кстати, тут даже на Макаку есть Аркана. Что-то у меня с голосом. Смотрите, тут побольше. Тут прям раз через раз мелькает эта Аркана. И вот, например, на ЦМ-очку. Не будет нам Аркана на ЦМ-очку. Зато шмотку за 192 рубля. В принципе, не сильно в минусы ушли. Мне кажется, вот тут мы все-таки и закинем удочку, чтобы вытянуть такую здоровенную, толстую Аркану на террор Блей. И да. Да. Смотри, тут какой-то чувак с самым прикольным ником, который я видел, выигрывает уже две вот этих вот подвязочки, как его называют? Передник, короче, это передник. Комбинезон, да. Комбинезон на Пуджа уже два раза подряд, он же дорогой стоит, он там стоит рублей 400, интересно, что он крутит. А вот тут есть нарисован. Сейчас посмотрим, что это он крутит такое. Нет, мне не нравится этот бокс. Смотри, как он выглядит. А, он эксклюзивный кейс крутит, да? Видите, ага. Тут как прикольно. Тут можно посмотреть, где какой кейс открывают люди и выиграют. О, смотрите, вот это мы выиграли. Это мы крутили Golden Pooch кейс, Alcor кейс, Dota кейс. Это ж эти. Дотеры. Ютуберы. Тертруберы. А почему имбашоу тут нету? Так, ребята, срочно пишем в техподдержку, чтобы добавили кейс имбашоу. Давайте, петицию накатаем. За 55 рублей и одни арканы. Да, вот просто назовем имбакейс. 55 рублей стоит, 9 аркан и 10 вещь там за... Декахоп. За 55 рублей. Знаешь, такой и вообще... будет падать только на тук-тук-тук. Беспроигрышный вариант такой. Крутим кейс за 189 рублей. А что у нас там? У нас там что-то есть уже на розыгрыше, правильно? А, у нас есть Аркана. Shadow Blade. Ура, друзья. Разыгрываем с вами Immortal Kuna Zeus'а. Уже его, как его называют, молнию. И... Shadow Blade на Кунку. Забираем, повторяю, 1500 лайков. И пожалуйста, мы эти вещи разыграем. Я знаю, что для вас это вообще никакого труда не составит. Давай посмотрим еще какие-нибудь дешевые кейсы. Тут же у нас осталось 83 рубля. Друзья, самый реальный обзор, самый настоящий, без всяких подкруток, либо чего еще, на сайт testidrop.ru. Ага. И что это такое у нас на легионку? Аж три подряд. 86 Голова. Рублей. Нормально. Так, знаешь, вот мы сейчас тут чуть-чуть поднялись и пойдем откроем бронз тести кейс. Слушай, прям абуз. Реально абуз, да? Крутанули за 40 рублей, выиграли 90 рублей. Давай. Хиксуля. Друзья, у нас сегодня идет прикольные предметы. Shadow Blade, Хиксуля и Молния. Пожалуйста, забираем уже 3 призовых места. Так, ну все, у нас остается 30 рублей. Друзья, хочу вам сказать, что мы выиграли с вами 3 классных предмета. Это Молния на Зевса, это Shadow Blade на Кунку и Хекс на Фуриона. Вот, все эти 3 предмета я разыграю среди вас при условии...
жалком условии набрать на данном видосе 1500 лайков. Вас очень много, и я думаю, вот не затруднит прямо сейчас просто опустить мышку, страничку вниз и нажать на этот большущий ваш красивый пальчик вверх. Вот. Ну а с вами был канал Имба Шоу. Мы гуляли с вами, тестили сайт Testy Drop. Мы видим, что тут выпадает. Тут выпадают классные предметы. Надо просто уметь пользоваться своими средствами, так сказать. Помогал мне это все проводить мой друг Гоша. Арканы в хаты. Арканы в хаты. Вот. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг этого не сделали. Ссылочка на этот сайт я оставлю, вдруг кому захочется, в описании. Вот. Ну и тащите катки, друзья.